У попередньому випуску ми познайомили вас із кімнатною рослиною араукарією. А зараз наш флорист навчить вас її пересаджувати. Сьогодні я покажу вам, як пересаджується це хвойне рослинне, який вазон потрібен і в яку почву. Тобто, як я вам раніше вже говорила, це рослинне потрібно пересаджувати соответственно тому, какое вы хотите растение получить. Если более тесное растение, оно будет расти очень умеренно. Если сразу свободный большой вазон, ну не совсем большой, но практически на четверть больше этого, он начинает толчок роста делать и быстрее расти. Нужно использовать обязательно дренаж при пересадке хвойных. Корневая система должна быть хорошо дренированная и используется для пересадки земля для хвойных растений. Присыпаем землю где-то на треть вазона. Дренажные отверстия обязательно должны быть в вазоне. И освобождаем растение, не нарушая ком земли. Это обязательное условие, потому что при разрушении кома земли растение может засохнуть. Мы видим красивые корни, небольшие, конечно, потому что это молоденькое растение. Ставим, немножко его приминаем. Верхнюю часть можно немножко прижать и примять, чтобы растение себя хорошо чувствовало и стало на серединку. Утрамбовываем хорошо, чтобы корневая система взяла землю и начала вегетировать активно. Полив и опрыскивание должно быть системное, так как хвойное растение, если вы не долили или перелили, особенно после пересадки, может сразу дать сухость. Поливаем по окантовочке и можно немножко хвою опрыскивать. Слишком много земли я не добавляю в первой пересадке. Через неделю она осядет и добавляю еще сверху немного, где-то на четверть вазона. Старайтесь его не переливать. Полив на это растение где-то грамм 150 воды, обычная отстоянная, хотя бы 8 часов отстоянной воды, и опрыскивайте через день. И ставьте на рассеянный свет. В весенне-летнее время выносите на террасу и получите массу удовольствия. При опрыскивании выделяются фитонциды, и хвойный запах наполняет полностью все помещение. Thank you.